Я рад приветствовать владельцев обнаженных клинков на канале Тумаку. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем разыскивать владельцев этого дома разврата в игре под названием Blooded Fury. Ну что ж, дорогие друзья, давайте продолжим. Так, нам с вами необходимо открывать теперь новые территории. Насколько вы помните, мы вскрыли с вами новую способность, победив противника. Нам выдали балалайшницу какую-то. Так, давайте посмотрим. Нам еще нужно сюда сходить и вот эти два места тоже посетить. Да, правильно, вот это место и вот это место. На карте что нам показано? Ну да, как раз две таблички коричневые, две таблички справа и одна зеленая слева. Давайте снимаем все вот эти вот штуки крутые. Пойдемте, может, давайте сюда, может, сходим. У нас это хватит места. Сюда-то явно не хватит. Нам еще одна нужна. Погнали. Открывай ворота, я иду. Ну, какие красивые места. Тут вообще непонятно. Какой-то, как, походу, очень важный человек с палкой разговаривает. Или что? Куча ван. О, это кто такие? Кто такие? Жме, жме! Они еще кидаются. Наш ноги. О, это новый. Новый враг. Так. Воу-воу-воу-воу! Так, надо уходить, он. Фига, ты хитрец. Так, о. Тут вот под... Как? Как? Объясните мне, как этим мечом можно хоть кого-то в кого-то попасть? Это насколько мне надо предугадывать его удар, выстрел, да? То есть он только лук поднял, а я уже должен его наносить. Не в момент выстрела. Ну блин, это странно совсем. Это же совсем странно. Кто это придумал? Зачем? Слишком медленный меч. Вот этот, большой меч, это слишком медленное оружие. Что самое еще интересное, то, что я вот открыл себе способности, да, и я до сих пор их не использую. Я не знаю, как их использовать. Я пытался через X там прожимать и как-то убивать противников. Нифига не выходит. У меня еще, конечно, щит есть. Вы так и будете на меня идти? Но щит только чисто блочит. Уходим. Да ты что, издеваешься? Идешь все. Фига он там нормально на меня поток смерти пустил. А он жирненький, знаете, он такой, как типа полубосс, что ли. Так это силовая атака. Вообще борзый парень. Так, у нас 800 душ. Между тем... Самая приятная картина. Там ничего больше, да, не осталось. Только подвешенные люди. Больше ничего. Неприятный лучник. Какой-то совсем уж неприятный. Окончательно неприятный лучник. О, это кто такие? Это тоже какие-то духи? О, это же... Фига! Фига дух с рукой демона. Так, я хочу использовать... А, смотрите, мне... Мне дали новую способность? Серьезно? Давайте попробуем, что это такое. Хо, поток смерти. На-на-на-на-на, мега-комбо. Вот это круто, когда я успел... Это получается, я сейчас этого скелета победил, мне за него дали? Вау, это что такое? Шифонер на ногах.
Фига тумбочками меня бьет. Не, ну это забавно, разве нет? О, что-то новое открывается. Хоп-хоп-хоп, мол, уходи отсюда, да? А отсюда я могу еще пойти налево, но для этого мне надо что-то открывать там было. Я не открыл, да, походу? Или я там был? Нет, я вроде там не был. Мне надо будет там открыть что-то. В обязательном порядке. Так, а ништяков у вас здесь нет? И где все ништяки там? Там... У меня 0 из 7 вообще. 0 из 7! Где все вкусности? Кто их куда спрятал? Опять ты. Ой, детишечки. Обожаю избивать детей. Только они меня теперь избивают. Что самое прикольное, они, получается... Получится. Но блокировать можно их. Мне больше интересно вот эта моя силовая атака, которая типа через X должен как-то наносить. Мне больше это интересно. Почему? Где она вообще? Почему я не могу ее изучить? 兄长，你遣人杀了我的父君。 Ты послал кого-то убить моего мужа? 不是你说他发现了我们的事，斥责于你吗？ Я думал, ты сказала, что он узнал про нас и обвинила во всем тебя. 可是，本是我辜负了他，他不该死。 Это была моя вина, и он не заслуживал смерти. 他若不死。 Если он выживет, он может рассказать о нас другим. 放心吧,其强鲁弱, Лу не так силен, как Ци. И он ничего не сможет сделать. Это, видимо, про кланы рассуждают, что кланы не могут сделать. Почему все время, когда она говорит, мне представляется какой-то эротический фильм китайский? Она так себя вздыхает, что просто... Я сам не видел, конечно, таких фильмов, я не смотрю, мне друг рассказывал. Теперь я могу вернуться и встретиться с... лицом к лицу со своим ребенком. Хорошо, оставайтесь здесь. Мы снова на одной стороне, не так ли? 兄长，只要能和你在一起，我什么都不在乎了。Ну вы понимаете, да, о чем я говорил до этого? Как она вздыхает, как вздыхает. Ты прав. Мне больше ничего не нужно. Больные извращенцы. Нет, я хочу ништяки. Где ништяки все? Почему мне 7 надо найти? Я ни одного не видел даже. Пойдемте поищем. Мне надо побегать. Так, я один нашел. Какое интересное место. И какой-то рисунок, смотрите, на заднем плане. Как будто... А, так это, смотрите, это женщина. Вот губы ее нежные, глаза, и походу это ее кимоно, и волосы. Возможно, это часть истории ее именно, да, как невесты. Причем, кстати, которая пострадала, походу, от брата. Потому что, как видите, она вроде его любила, наверное, по-братски, и не только, конечно же, да, по-сестрински. Короче, она его сильно любила, и получилось так, что... А он был одержим тоже ей, до безумия, наверное. Он готов был уничтожить вообще всех, кто с ней пытался быть связан. И это, конечно, чревато последствиями. Так, мы вот сюда выходим. Опять мы будем к центру, да? Мне надо бы сейчас что-то скрыть, тут открыть. Так, мы тут были, да-да-да. Но в этих комнатах-то ничего нет. Но одну, по крайней мере, ништячную комнату нашли. Потом придется опять бегать по всем локациям, чтобы найти все. Ну и сзади, конечно, тоже на заднем плане, да, тоже это она обнажена.
И прекрасно. А тут, смотрите, тут полная картина. Вот если с этой стороны подойти, если подождать, смотрите, вот это ее тоже волосы. Она лежит, то же самое, что мы видели там. Далее, да? Смотрите, видите, там ее лицо рисуется, тоже губы вот эти. Порочные губы. Так, смотрите, а мы сюда можем как-то, походу, пройти, да? При желании. Ага. Вот в эту комнату я могу зайти, я в ней не был. Давайте-ка я потопаю туда. Так, мы сейчас вскрыли, я так понимаю, мы в той стороне вообще же не были, да? Или были? Не, мы туда вообще не ходили. Нам надо было вот туда идти, чтобы забрать еще один слиток. Ну, опять же, этот камень, да? Наверняка в этих местах все спрятано. Так. Это лицо этих гейш местных, походу, да? Вау. Во, она лазером жжет. Фига, откуда у вас современное вооружение? Так, мне нужно использовать эту штуку. Она меня полностью похилит? Да, она меня полностью выхиливает. Где ты там? Так, нам сюда... Нам надо... Ага! Ага! Еще одна. Отлично. Так, я могу уйти налево, но мы пойдем вниз, конечно же. Так как там я не был. Но я вроде все остальные места потрогал. Ну, вы поняли, про что я. Я не в плане... Я не трогал никого здесь. Покажи на этой кукле, мальчик. А, ты просто ништяк? Где-то дяденька тебя трогал. Так вот, я не трогал никого. Я хочу, чтобы вы это знали. Так, ну здесь мы все нашли. Пойдемте в центр опять. Сейчас будем перекладывать из одного места в другое. Так, вот я открываю следующую. Что самое интересное, нам, походу, надо будет еще две вот такие, да? Чтобы вскрыть... А это, походу, босс будет, да? Здесь какой-то босс припрятался в этой комнате. Крутой и мощный. Так, теперь нам надо сюда. Еще раз, там ничего, там ничего. Как любопытно, главное, мне дают этих духов, которыми я потом могу использовать, да? Потому что вроде как бы это не совсем уж и боссы. Эх, не успел. Вот слишком медленный меч, может как-то можно его это? Скорость его... О, еще пошла тумбочка ко мне воевать. В ухо прям. Так, там ништяков нигде не было? Может, были? Нигде. Надо каждый вот этот закоулочек исследовать. Так, тихо, нам сюда и нужно. Нет. Ля-ля. Ага, это наверх. А, ну да, в принципе. Это как раз в сторону босса, да, пойти? А я думал, что здесь что-то есть. Прям так подсказывает мне, нет? Ну там уж... Ага. Хотел сказать, только там уж слишком далеко. А здесь, смотрите, какой-то прям страшный демон дудит в трубу или что он там делает? Курит кальян. Сидит. Ковыряется в зубах. Еще предложение. Нет больше предложений. Что-то делает. Ешь шаурму. Тоже подходит вроде, да? Откуда в Китае шаурма? Хотя китайцы все придумывали. Порох придумали. Что, может, они и шаурму придумали. А мы не знаем про это. Правильно. Такое может быть. Может быть. Легко. Похоже же на восточную пищу. Очень даже. Или на востоке-то, наверное, и придумали. Ну, я не мастер по шаурме, так что я не в теме. Воу. Не, ну мне он нравится, однозначно. Так, когда будет кидаться, надо его сразу же укокошить.
Удар с неба! Воу-воу-воу! Гигантская волосатая рука демона! Не трогай меня своей гигантской волосатой рукой! Дети, дети! Фига не прыгучий! Так, тихо! Вот смотрите, желтым подсвечивается, значит, можно эту атаку, то вот эту проводить, то вот эту, которую мы с вами изучили. Я ни одну из них использовать не могу, я вообще не понимаю, почему я не могу это использовать. Вроде нажимаю, и что самое интересное, походу, не в те моменты. Но блок же прожимаю в те моменты, я не знаю, как это работает. Они говорят, что я неразборчива и аморальна. Но я люблю тебя, брат. Что в этом такого? Я убью их всех! Ты не можешь им запретить говорить об этом. Не убивай никого. Ради тебя я сделаю все что угодно. Нет, я просто останусь здесь и не выйду на улицу, и тогда мне не придется их слушать. Но когда я умру, мне интересно, куда попадет моя душа. Я не посмею свидеться со своим отцом, мужем и ребенком в загробном мире. Тогда стань пауком и поймай меня в ловушку своей паутины. Я обещаю. Выходит, что они убили их всех, да? И мужа, и ребенка, и отца, всех завалили к чертям. Фига вообще семейка кончена. Жили нормально люди, муж нормально жил с ребенком, и отец тоже, папаня там. Вообще папаня вообще ни о чем не подозревал. Тут пришли дети и завалили их к чертям. Ну, блин, я не знаю, что делать. Нам надо идти с вами направо. Вот что нам надо делать. Давайте вернемся. Так, нужно найти 5 из 6. 5 из 6 это что? Это предметы на этой карте, наверное, да? Необходимые для нас предметы. Да? Да, мы 5 как раз нашли. Нам еще один нужен. Нам нужно вот сюда. Как раз мы можем добраться. В остальных местах мы во всех уже были. Там везде. Погнали. Надеюсь, что там есть ништяк. И не один желательно. Парочка. Было бы самое то. Так, давайте-ка я... Ну ладно, потом. Хочу сказать, давайте-ка я попробую похилить себя при помощи способностей. Но потом решил, что не надо, наверное, пока. Так, 4... На 4 штуки надо, да, найти еще. Поза греха. Печали. Но нам пока не о чем печалиться. И еще раз. Крутушечку. Сколько у нас, кстати, там душ? 2600. Так надо было пойти там что-то сохранить, чем-то найти. Да? Правильно? Так, там ничего. Оп, что, серьезно? Давай еще раз. Воу. Давай, стреляй. Ну ты же хочешь стрельнуть. Короче, я все понял. Надо было дэшнуться.
А ты еще живой, что ли? О, ништяк. Я так и думал. Так, опять ее картина, да. Тут пройти нельзя. Подождем, 3000. Мы же могли бы там покупать себе столько всего. Надо бы ее улучшить, самого персонажа. Героиня хочет, жаждет улучшения. Так, смотрите, мы можем пойти налево, а у нас закрыто. Ну ладно, нам, в принципе, мы там уже были, да, насколько я помню. Так что для нас это не сильно важно. О, там видели, видели? Вы видели по-любому, я хочу уйти. Там был подъем наверх. Воу-воу-воу. О, вот это усиленная атака. Фига. Ты живой, шифонер? Серьезно? Так, давай, мужик, ты мне нужен. Не-не, не такой, давай усиленной атакой. Усиленной, давай. Мне просто надо попробовать этот удар нанести в момент. Давай, ты ж хочешь. Что ты там мне грозишь? Давай еще раз. О-о-о. Не-не-не. Эта атака, короче, только блочится и больше ничего. А, это другая, потому что атака. О-о-о. Так, давайте, пришло время. Похилимся. Не успел. Мне надо, чтобы она вот... Я не могу, если меня начали бить, я, прикиньте, я не могу блок ставить. Просто все. Серьезно? Я ж бил в другую сторону. Как я отбить смог-то, ну ладно. Наезжать не буду. Так, еще одна. И там наверняка еще одна была. Так, подожди, а что такое? Я еще могу спуститься? Серьезно? Да. Тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас подъедет, мы еще туда дышимся. Наверняка там тоже что-то есть. Когда желтым просто горит противник, когда он бьет по ходу, там можно использовать, наверное, Y-атаку. Да что такое? Я думал, что я допрыгну. То есть надо в момент использовать эту атаку, но она такая дурная, так медленно бьет, я не знаю, как это успеть. Это нереально просто. На X-то я не знаю, успею или нет. Что там, что там, что там, что там? Ага. Я вообще так и предполагал, что тут такое будет. Я думал, что, может быть, мало ли, вдруг что-то еще. Так, давайте тогда вниз. Там чувак этот с жопками торговец. Ё-моё. Как я рад тебя видеть. Мне, кстати, написали, что этот жопный торговец, он мне подарил ХП. Увеличил максимальное количество моего здоровья. Типа, разгадай загадку, что ли? А, и там наверху еще один был. Я его сразу не заметил. Вон в чем фишка. Ага. Так, давай вот это жмакнем. Ага. Ага. Тогда их, походу, просто надо прожать по очереди, да? И все, мы попадем сейчас к этому жопному торговцу. К чувачку, который любит трогать всех-то жопки. Типа,
теперь это... Да ладно! Серьезно! Я думал, наоборот все будет. Судьи куплены. Так, подожди, может быть теперь тогда? Она закроется, теперь мне будет проще как-то регулировать. Я верхнюю ударю, и потом все будет нормально. Или среднюю ударю, и все будет нормально. Сейчас разберемся. Туда уводит одну, это две. Так, повозившись немного, все-таки я вскрыл. Привет! Хочешь пощупать мою упругую, красивую? Плати! Ага, ага. Как видите, да? Он мне максимальное количество здоровья улучшил. Может, еще раз? Береги себя, принцесса, мне говорит. Спасибо, спасибо. Оу. Ну что, побежали тогда дальше. Максимальное количество здоровья нам всегда пригодится. Нам направо. Да, кстати, я не посмотрел, что-то, сколько у нас там осталось предметов. А, мы 7 из 7 уже нашли, все, нам уже ничего не надо разыскивать. Но опять же, если бы я бы не искал, мы бы туда торговца бы не увидели, правильно? А торговец нам нужен. Вот это вот атака. Оу. Вот когда надо, так... Так ты не можешь, да, мне дать? Удар. Опять начинаешь. Давай своим тазиком над головой тряси. Я хочу испробовать, мне нужна, атака. Все понятно. Детишечки. Так, очередная история. И наверняка тут сейчас нам расскажут о том, что они убили и ребенка, и отца. Всех убили. Вот и дети эти, да? Девушек, которые не соответствуют негласному правилу высоты, высылают из переулка. Ну, видимо, с этого места, да? Их высылают. Я думал, это дети. А это, оказывается, девушки, только маленькие. Маленькие девушки же, как говорят, они же для любви. Ну, это издевательство, конечно, над высокими девушками, потому что про них говорят, что типа, маленькие для любви, а большие, чтобы на них мешки возить. Ну, вот, конечно, я с этим полностью не согласен, девушки вообще для любви созданы. Ну ладно, неважно, давайте почитаем. Тао и Яо имитировали свой рост ходулями, чтобы остаться с матерью. Хуже того, мальчиков убивали сразу же после рождения. Так, смотрите, в чем дело-то, да, ё-моё. Получается, хозяйка, она и есть мать, она рожает детей. И эти дети потом работают в этом месте. Офигеть, это какой-то прям вообще опасный. Это еще хуже, чем я думал. Их души живут рядом с матерями. А, с матерями, то есть их несколько, да? Женщины клана Цян страдают от благосклонности императора Ци. Шу, моя старшая сестра тоже была вызвана во дворец. Я не позволю этому случиться. Так, там мы можем телепортироваться, нам уж тут ничего искать-то и не надо. Теперь мы можем отправляться с вами, походу, в самое-самое опасное место, в пекло, можно сказать. Забираем все эти таблички. И погнали. Вот и все. Смотрите, у нас даже еще одна табличка осталась.
Выходит, что так, да? Куда нам бы еще... Куда нам еще нужно сходить, где мы... Да мы нет, мы все везде были уже, мы везде были. Погнали. Нам через эту сторону, да, насколько я понимаю? Надеюсь, врагов не будет. Мы просто доберемся. Я перед походом решил все-таки вернуться и забафаться с какими-нибудь штуками вкусными. Так это что такое? Вот, вот опять же, да, нам показывают супер удар, который я использовать-то не могу. Я даже не знаю, как его использовать. Типа, вместо блока, получается, я могу контратаковать. Стоит 4 штуки. Вроде классная вещь, но почему-то я использовать не могу. Я то ли не успеваю, то ли я не в нужный момент бью вообще совершенно. Короче, для меня пока непонятно. Давайте подумаем, что мы тогда еще можем купить. У нас есть за 1500 какой-то удар. Типа накапливаемый, да? Мы потом врезали со всей дури. А это просто удар накапливаемый. То есть это удар, когда нас бьют, нам пофиг, мы можем нанести удар. А этот удар как бы... Типа мы просто бьем. Там, да, один удар просто бьем, второй накапливается, когда нас бьют. Так, что у нас есть? Это какой-то... Ага, щит. Щит более... То есть мы можем щитом выдерживать атаки, которые пробивают щит. А это что? Типа контратака. А это несколько прыжков? Ага. Вот это я возьму. Это надо было брать еще в самом начале. А это что? А, это регенерация. У нас 1800, тут надо что-то купить. Ну, блоком я так себе пользуюсь, давайте-ка регенерацию возьмем. Я тут еще блокер, все, я побежал дальше. Так, смотрите, нам указывают место, где нам... Где нас очень усиленно ждут. Че, я его с одного удара убил, серьезно? Такой я крутой стал? А, я понял, я просто... Open the door. Давайте попробуем еще раз. Вот это на этом типе. Пускай он удар нанесет. Я не получается у меня. Вот я не могу и все. Ищу. Нет. Так, опять она открывается. Да, нам надо успеть быстро добежать. А может и успевать-то не надо было. Может и так бы открылись эти двери, когда мы всех противников убили. Какая страшная женщина. Костяная какая-то. Ага, я на том месте вообще бы ко мне не лез. Ты не видишь, я на взводе! Девушка, на взводе, не лезь. О, с тазиком. Но я уже не хочу проверять, не надоело. Регенерируй, моя детка, регенерируй. А, подожди, у меня здесь лампа есть. Давайте-ка сохранимся. Ну, отлично. Сейчас будет last fight, да, походу? А вот и она, да. И там пауку, посмотрите, гигантский. Она, походу, она будет пауком. Ну, в принципе, мы долго догадывались, да? Это как бы было логично. Ты принцесса Ци? Ты не видела моего брата? Мы обещали остаться друг с другом на всю жизнь, но я не могу найти его.
Так это она его сожрала давным-давно. Теперь, когда ты здесь, останься со мной. Мне так одиноко. Вау, фу, какая гадость, ты посмотри. Фига. Оу, тихо-тихо. Давай двойным прыжком-то я зря. Ох, ты паскудина. Куда ты стреляешь-то? Тебе же в другую сторону надо. Неугомонная. Да бля. О, она делает кусь-кусь. У нее пуканчик, смотрите-то, подгорает. Видели, да, у нее горит пуканчик, идет дым. И после этого она делает кусь-кусь. Так, давай. Да, есть стрел! Ау! Стрел, стрел, стрел! Смотри-ка, мы ее сбили. Ой, смотрите, какая она прелестница, да? Почему мне надо понять сейчас, где она? Ага, картину надо разрушать. Смотрите, это походу часть ее истории. Воу, да, в натуре мне было понять, где она. Находиться рядом с ней очень опасно. Она меня убила? Серьезно? Это было неожиданно. Давайте еще раз. Но в принципе я мог попасть под плотный огонь. Да она когда выплевывает, она же концентрированным огнем бьет. Вполне возможно я попал под него и меня убила. Смотрите, теперь у нее наполовину черепа. Почему? Там же ее нормальное лицо было, когда мы первый раз ее видели. Да, теперь наполовину череп. Не, кстати, я не знаю, как от этой атаки избавляться. Блин, да запрыгни ты уже. А, я могу... Я же могу отбивать ее. Как ты не знаешь, что надо отбивать? Вот так надо действовать. Она сама себе подписала смертный приговор с моими выстрелами. Оу, ну да. Меч такой быстрый. Давай еще. Ой, промазал. Еще может раз? Вау. Хилимся. Так, а тут кабана, смотри, мочит, да? Отец, походу, ее. Она же говорила, отец, сын, точнее, ребенок. И... Отец, ребенок и муж. Оу. Ладно, ладно, мы потерпим. Ах, медленный дурацкий меч. Надеюсь, его можно будет разогнать. Это просто нереально. Ну, я не в плане того, что попасть нереально, а в плане того, что он нереально тугой какой-то. Прям надо капитально заранее бить. Ты уезжаешь, я похилюсь.
Наверняка за кабанами спряталась. За отцом с кабаном. Нет? А это, походу, знаете, лицо, короче, типа ее и ее брата, да? Наверное, брат так изуродован стал. Фига она. Смотрите, она вообще в череп полностью превратилась. Видите, у нее на жопке появился только чистый череп. Поток уничтожающего, всеуничтожающего огня тебе в лицо. А-а-а! Ты злишь меня. Причем зря. Победили ее, да? Блин, прикольно сделано. Вэньцзян сичу. Ичи юаньни гуйю чэнду. Юнгсян цингуча де нюцзи юаньхун доу дэдаоле гетуо. Красивая картина с пауком переросла, получается, да, когда появилась из тени. В рисунок девушки прекрасной с зонтиком. Вообще очень понравилось. Сама идея прикольная. Сейчас мы опять будем разговаривать, да, с этим духом? Ты не видела Ся Чжэншу? Да, я виделась. Но он тонет в собственной печали и сошел с ума. Я ничего от него не получила. Вот почему ты так выглядишь подавленно. Я также видела прошлых принцесс Ци. Как они... Кровь древних богов не защищает их от их пороков. Вы думаете, можете иметь безупречную мораль и не иметь материальных желаний? Ты, кажется, думаешь, что плохие вещи начали происходить после восстания Тян? Нандао Канкун Чжися. Разве этого не было уже при герцоге Кани? Нет, это неправда. Это не... Как это могло было случиться? Ты знаешь, что это правда. Я имею в виду, посмотри на себя. Ты ценишь свою невинность и месть превыше всего, не так ли? Я... Тоже одержимой, тоже может, видимо, сойти с ума. Смотрите, мы паучуху можем призвать. Хо-хо-хоу! Фига она сбрызнула, вот это опасно. Что ж, давайте засейвимся. Интересная, в принципе, история, вы знаете, правда она такая. Ну, видимо, из-за сложности перевода многое выпускается. Тут наверняка есть какие-то такие моменты более тонкие, что можно было понять. И, возможно, очень многое связано именно с творчеством... китайским творчеством, да, какой-то определенной классикой, классикой жанра. Потому что здесь много всего переплетено, многое непонятно, и что самое интересное, то, что есть, говорю, некоторые особенности конкретно этого народа, да, которые, они, видимо, издревле считают нормальным,
да, преподносит именно таким образом, преподнесение именно в тексте, в определенной вот культуре театральной, да, вот они преподносят именно так информацию. И я иногда теряю из этого смысл. В общем, довольно интересная история, и интересно продвигается сюжет. Посмотрим, что будет дальше. Мы, в принципе, набрали полную руку уже суперспособностей, и, наверное, скоро мы приблизимся уже к финалу. Возможно, это будет вот-вот. Пойдем уже мочить Тян. Развалим всю империю к чертям. Все, посмотрим, как там будет дальше продвигаться. Если вам понравилось, если это так, то, конечно же, не забудьте поставить лайк, прокомментируйте, подписывайтесь на канал, а также подписывайтесь на Twitch канал, который сейчас у меня уже появился, и там проводят стримы. Подписывайтесь, ссылка есть в описании и на канал, и на Twitch канал, везде подписывайтесь и жмакайте колокольчик, чтобы не пропускать. А с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю, целую, люблю, увидимся в новых приключениях. Всем пока!